Привет всем Раунд Гардиан, с вами канал Triple Vibe, и сегодня, как и в любую другую пятницу, мы вместе с вами встречаем Ксура и изучаем его ассортимент. В эту пятницу Ксур стоит в Тауэре, в ангаре. Из ассортимента. Экзотическая энграмма на оружие. Будьте внимательны, из этих энграмм выпадает оружие только из первого года, так что достать какой-нибудь жало не получится. Перчатки на титана, Ruin Wings. Обладают перками. Impact Reduction, благодаря которому нанесение урона ближней атакой уменьшает откат на использование гранаты. Special Weapon Loader, увеличивает скорость перезарядки специального оружия. И Seeds of Ruin, обоймы для тяжелого оружия будут падать чаще и содержать больше патронов. Перчатки на Хантера, стиль это Хамкара Грабс, дают дополнительный заряд ближней атаки, а сама эта ближняя атака имеет шанс зарядить основное оружие. Ну и шлем на Варлока, обновленный Light Beyond Nemesis. Обязательная вещь в арсенале каждого варлока, очень полезная как в PvP, так и в PvE. Позволяет значительно быстрее воскрешать ваших товарищей по команде. Из оружия Ксур принес Хокмун. Револьвер, который получил широкое распространение еще в первом году Destiny, перенесли во второй. Из основных преимуществ – высокий показатель импакта и два перка, благодаря которым три случайные пули из магазина будут наносить увеличенный урон по врагам. Кроме этого, Ксур принес 3 of Coins. Билет, увеличивающий шанс дропа экзотических вещей при убийстве любых боссов. Обращаем ваше внимание, что эффект стакающийся, а это значит, что чем больше 3 of Coins вы используете, тем выше вероятность дропа. Ну а на этом все. С вами был Джонни Лейни из команды Triple Vibe. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу ВКонтакте. Пока!